Сегодня мы снимем четвертую часть, ребята. Четвертую часть строим сервер Майнкрафт. А кто мне писал, всем привет. Вот. И что, сегодня у нас будет самая-самая, наверное, большая часть, которая... я вам скажу, пятая часть, это будет последняя. Или кто сам скажет, какая будет последняя часть. Пятая, или шестая, или седьмая, или так далее. И что? Мы построили домики, здесь вообще уже нечего делать, поэтому... Что на этот раз мы будем делать? Скажи, Артём, что на этот раз надо? Я думаю, что мы уже достаточно все построили для того, чтобы... сделать. Так, Артём вот там вот сделал... как зоопарк, спрашивает третья часть, да? А здесь что будешь строить? Так, где рыбы? Я сам не знаю. Где рыбы? В прошлой серии у нас ламы пропали. А сейчас рыбы? Что за хрень? Может, они выплыли туда? Или вот или отсюда же? Из этой фигни. Ладно, вот в прошлой части мы достраивали вот этот, как его, хату. Самую крутую. Да, черпахи яйца не выбились. Так, ладно, давайте достроим все-таки этот самый крутой дом, который... И, кстати, ребята, на нашем канале еще раз предупреждаю, 300 подписчиков, и тогда мы разыграем свободный дом, домик для подписчика, который будет доступен на сервере, так что розыгрыш будет проводиться, если вы наберете на канале 300 подписчиков. Так, ну что, осталось только зеленеть. Так. Так. Ну что, стекло у нас будет красное. Ну что, пацаны, ставим. Так, у нас пока что синее стоит. Нужно красное, красное, красное. Здесь красное. И красное. И тут это еще поставим. Так, Артём там вот занимается фермой. Рыбок тут ставит. Так, ну что, Артём, посмотри, я уже достроил вот это, как его... Блин, опять забыл. Клетчатая стена. Артём, иди сюда, смотри, как я построил. Чаба, вот все, вот смотри. Построено у меня. Вот дом. Чем, вот дом. Центр. Торговый центр. Вот он. Чем? Ты куда ушел? Вот этот торговый центр. Вот я уже построил вот эту. Всю часть. Так, ты что? Последний штрих. И вот. Осталось только сделать, как его сказать. Двери. 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 Железные двери. Так, железная дверь. Железная дверь. Кнопка. Нет, не кнопка, а плита. Какая-нибудь вот такая вот обычная плита, чтобы никакой график туда не зашел. Артём, кстати, заблокирует эти двери. Будет. Так, все, мы сделали. Так вот, раз, пац, и все. И здесь тоже. Так вот, раз, раз, и все. Все, Артём, я сделал. Теперь я буду здесь делать самое главное. Это у нас освещение. Освещение буду делать... не будем заморачиваться, будем делать из обычных факелов. Обычные факелы расставим. Прям вот здесь. Да, согласен, это будет дорого, но... Эх, да блин. Ладно, потом сделаем, сейчас у нас будут делать другие дела. А кто выращивает там кого-то, черпаху и все такое. Так, ну что, давайте выбросим все эти вещи, которые нам не нужны. Все, выбросил. Ну что, как дела у тебя, Тём? Как там твоя свинка, Пеппа?
который спрашивал Колька, помнишь, да? Я спрашиваю Фира. Святой рыба сквозь, вот. Она застряла тут. Куда, куда, чё? Чё ты куда их выпустил-то? Она это делает. Так, ну что, ребята, следующее, что мы будем делать, это расширять территорию. Расширять территорию. И будем здесь делать, по-моему, это знаю. Мы будем делать баскетбольную площадку, волейбольную площадку и, конечно же, там, не знаю, бейсбол можно добавить. Ну, давайте так. Так, нужно для начала расширить эту территорию. Вот у нас смыкнуто домов. А, да, ребята, да-да, дома админов. Спасибо, Артём, за это. Мы будем строить дома админов. Один админов. Так, то что, где мы будем строить? Где строить будем как-то? Давай вот на каком, на этом дереве идём. Давай вот на этом дереве будем строить. Или где? Где, скажи мне. Я пойду на воде. На воде? Серьезно? А я буду под водой строить. Как ты считаешь? Ладно, под водой это не очень интересно, поэтому я... Кто выкладывает всё. А я буду строить на дереве. Прям с водой на дереве, рядом воды. Ну что, погнали строить. В этой части устроим свою хату. Из кирпичей. Из чего бы еще? Так. Из плиток. Вот этих вот. Из дубовых ступеней. Так, дальше что? Так, что можно еще добавить? Я думаю, можно построить еще из этого, как его, из алмазной стена будет. Алмазы можно еще добавить в этот алмазный блок. Ну, пока что вот так вот. Так, строим фундамент. Фундамент у меня будет алмазный. Вот отсюда начинается мой дом. Так, я его подальше построю. Не на это, не на это дерево. Нифига, кто куда уехал? Чё, ты зачем так далеко? Зачем ты так далеко, скажи мне? Зачем? Ты думаешь, это наш город? Зачем ты так далеко? Это я чё, буду к тебе так в гости приходить? Нифига себе. Ладно, подождите сейчас, я... Дубовые доски. До моего дома будет метро. Фига себе. Я не знаю, где... А где он будет строить, я думаю... Я ему построю вот тут вот дом. Ну, просто платформы. А где будет сюда? На самый последний. Будешь сам тут строить свой дом. Господи, ты перепогнулся. Вот я тебе строю фундамент. Или как можно сказать. Так, что-то я написал. Да не, я сам, не надо. Ладно, давай я буду чуть-чуть подальше. То поближе к этому городу, в середине буду. Чуть поближе. Потому что все-таки мы же админы. Опа, опа, опа. Так, маленький, кстати, чё ты? Сейчас мы... Так, вот так вот, вот так вот, немного ускоряемся. Сейчас мы еще тут добавим. Вот еще, 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 еще. Блин, я даже не знаю, где мы сейчас находимся. Поставишь так.
только, потому что это нереально, как много километров. Несколько. Ух ты, блин, скример произошел. Да, это строй, я пока заборчик тут, наверное, сделаю. Забор. Так, ты что? Против, напротив этого дорогого домика. Ой. Перепутал кнопки. Вот, смотри, как я делаю, чтобы не провалиться. Вот, осталось чуть-чуть тут. Еще сделать раз и все. Так, ну что, сколько осталось-то? Что делать, чёрт возьми, Артём? Это что, мы так что ли пойдем? Так, Подожди. Тактика есть. Чё мы что-то сделали-то? Как теперь и дальше? О, все. Так. И что, еще с этой стороны, что ли, надо? Да, с этой стороны. А, да, вот. Блин, опять перепутал кнопки. Погоди, сейчас я тут еще. Подожди, сейчас я. Еще тут несколько километров от тебя буду жить. Чтобы никто не заподозрил, что мы тут находимся. Вот я буду... Мост еще один, вот. Я буду здесь жить. Немножко от тебя. Вот ты вот напротив этой лесенки будешь. Ну что? Я делаю с кирпичей. Кстати, какой еще... Еще раз... Вам нравится блок в Майнкрафте, напишите, пожалуйста. Просто нам будет очень интересно почитать. Так, ну что? Делаю свою хату. Кстати, ребята, в пятой части, в самой последней, мы сделаем тюрьму для гриферов, которые банят. Так, что мы будем делать? Тюрьму. И суд. О, суд, подавать суд. А кто будет судьей? Как ты думаешь? Не знаю, ну я тоже не знаю, потом подумаю, хорошо? А я пока сделаю тут вот самый крутой дом. Кстати, он выглядит очень необычно. Это самый необычный дом. Вот. Тут у меня будут двери установлены. Ну, где-то вот. Да, вот тут вот. Сейчас я тут. Вот тут вот. Так, я тут немного запутался, так что... Так, нормально. Так, что? Вот так вот у нас получается. Кстати, очень красиво. Поэтому следующее... Локация, это у меня будет вот так вот. Тём, Артём, иди сюда, Тём, сюда иди, смотри, что я нашёл. Ещё один остров. Ещё один, блин, остров. А это уже не остров, а это целый мир. Артём, давай тоже будем делать 6, 7, 8, 10 часть. Как ты думаешь? Да, мы будем каждый день выкладывать видео. И когда мы в конце все сделаем, мы выпустим этот сервер и будет доступен для всех. Вот так вот у нас получается.
Раз, два, три. И вот так вот. Так что получается какая-то, я не знаю, очень интересная путка. Здесь у меня будут, как его, ступеньки, где я буду подниматься наверх. А наверх я буду подниматься с помощью вот этой штуки. Так вот, поднимаюсь, и все. А тут. Это можно печку растопить, по-моему. Очень необычный способ, кстати, строения тут домиков. Потом я окна сделаю. Потом Майнкрафтовский суд, кстати. Так, ну что? Так, ну что, построим здесь еще. Так, это очень красивые узоры. Очень такие интересные. И плитка здесь, чтобы выйти на улицу. Вот это, чтобы выйти на улицу, здесь есть. Вот так вот. Раз. Очень интересно все это получается. Вот так вот выходим на улицу. И вот смотрим, какая красота. Красота красотенная. Так. Дверь будет у меня из акации, потому что она, наверное, дорогая. Закрывается дверь. Поставлю-ка я ее, пожалуй, вот на то место. Вот сюда. Вот здесь. Можно потом. Можно еще где-то вот тут вот построить. Тут вот какой-нибудь заборчик, чтобы я тут посмотрел, что тут, кто пришел ко мне, гриффер или подписчик. Здесь у меня будут двери. Кстати, причем металлические двери. Двойные. Потому что она для админов нужна особая защита. Так, и зачем там мы изменили? Там, зачем ты изменил? Не знаю зачем. Проверял просто. Так, опять камень попал. Перепутал. Кирпичная стена. Так, и здесь. Я не знаю, можно поставить что-то. Посмотреть в окошко. Это такая плитка. Нет, плитка не нужна здесь. Так, ну что там? А тут будет вход в админа. А кто пока там все построил, посмотрите вы. Видите, что он делает. Не знаю, зачем ломает. Кстати, Артём, вот всех подписчиков, которые будут у нас на сервере, они будут на выживании режиме, а мы не творческом. Правильно я тебя понял? Правильно, да? Так что за 500 изумрудов мы вам дадим творческий режим. А пока что он разрабатывается, сервер. Так, ну что? У меня немного. Вот тут вот комната будет следующая. Тут вот комната у меня. Сейчас я сделаю такую вот небольшую комнату. Вот. Вот.
Вот все, вот комната моя будет. И здесь будет еще балкон. Небольшой балкон. Можно увидеть красоту, а потом поднимаемся на третий этаж. Третий этаж я сделаю. Прямо вот тут вот. И третий этаж будет, кстати, с бассейном. С бассейном, с бассейном будет третий этаж. Так вот. А хотя бы уже все сделал, все свои дела. Когда он уже наконец-то будет строить свой дом. Вот, все сделал. Тут будет у меня это большой пляж. Так, чтобы реально трудиться, за него надо поставить человек косик. И как только на актеры добираются 100 подписчиков на канале, ну так чисто, мы разыграем средний домик на актер. Вот, все. А когда не 300 у меня подписчиков, то мы разыграем обычный домик. Ну, конечно, дешманский мы не будем разыгрывать, потому что его может позволить практически каждый человек. Так, что? А кто бы же дочитает строительство своего? А, кто бы, это же машина, да? Как называется эта машина? Скажи мне. Да, можно я... О, крас... Что, надо было забор здесь поставить. Да, я же говорил. Я пока что закация поставлю, так. Вот, приходим. Разбираемся. И делаем здесь бассейн. И бассейн будет ранее напротив. Так. Из кварца. Делаем бассейн из кварца. Бассейн у меня будет вот тут вот, чтобы можно было отдохнуть. Актер снова изменил на день. Это очень радует, спасибо. Спасибо, что я достроил тут. Тут убираю всю всякую хрень.